Здорово, бандиты, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, мы запишем вместе с вами довольно необычное видео, а именно видео на тему сравнения Minecraft Pocket Edition с версией 0.8.1 с версией 0.17.0. Сравнение получится довольно необычным, и вправду необычным, потому что мы будем сравнивать совершенно две разные версии, хотя это и Minecraft. Это то же самое, что сравнить Minecraft 1.0 с версией Minecraft компьютерной 1.9, это будет полное сравнение. Что ж, давайте начинать, начнем с версии 0.8.1. Это была самая популярная версия года 3 тому назад, может даже года 2 назад. А сейчас посчитаю, нет, друзья, все же 3 года назад. И именно летом изменилась вся судьба Майнкрафта. Вышла версия 0.9.0, в котором добавили новые миры, более обширные, обширную генерацию и много новых блоков. Что ж, давайте начинать. Если мы откроем Майнкрафт, мы увидим совершенно новое меню. Была одна кнопка Play, была кнопка Настроек. Что ж, в первой вкладке Name мы можем изменить свое имя. Дальше мы можем поставить сложность. Было два вида сложности. Можем включить вид от третьего лица, то есть вид от затылка. Локальный сервер, это было и раньше, но мы будем просто смотреть. Здесь мы даже ничего рассматривать не будем. Графика, друзья, дистанция при рисовочке. Классная графика, классная. Нет, вообще, есть ли облака или нет. И анимированная вода, анимированная вода, анимированная лава. Звуки, друзья, настолько звука. И, собственно, теперь переходим дальше. Новое меню, как видите, создание мира. Если мы создадим мир, давайте создадим вот такой креатив. И, как видите, был только один выбор мира. Мир создается довольно долго. Секунды, наверное, секунд где-то 12. Что-то немного застревает даже. Более четкие буквы. Такой, что мне нравится. И был всего лишь один язык. Это английский. Ох ты, куда нам такое-то управление? Я что-то не думал, что здесь такое жесткое управление. Майнкрафт, будет со мной полегче. Вот теперь более нормально. Что касается чувствительности. Где кружок? Вот, друзья, такой необычный кружок. Блоки ломаются очень медленно. Было одно управление, не было приседания. Мы можем летать вот так. Было неудобно. Я не знаю, как мы летали. Мы уже заспавнились на острове. Это был довольно самая частая генерация мира с островами. И, собственно, мир здесь у нас сейчас, конечно, ограничен. Был один вид мира. Это вот такой пустынный и вот такой обычный, наверное, саванный, как-то он так называется. И, собственно, друзья, перейдем в блоки. Ну, раздел изменился немного. То есть, как видите, у нас 4 раздела, а интерфейс, по идее, такой же. Даже кнопочка такая же, друзья. Что ж, теперь мы посмотрим, давайте, на чат. Но чат тоже не изменился. Что ж, теперь мы переходим к 0.17.0. Что ж, вот мы зашли на версию 0.17.0. И изменения видно с первого захода в новую версию. Во-первых, сам интерфейс уже совершенно другой. Мы видим уже, наверное, 4 кнопки, даже 5 кнопок. 6 кнопок, друзья. Первая кнопка «Играть», «Достижения», «Настройки», «Магазин», «Войти» и «Выбор скинов». Кстати, да, появился выбор скинов. При заходе в настройки мы видим совершенно другое меню, друзья. Во-первых, появилось просто множество пунктов. Видео расширилось, особенно когда показываем расширенные настройки. Появилось поле зрения, можно ограничить размер мира. Звуки появилось, изменение музыки. Появился профиль полноценный. Можем также устанавливать текстурки. И, друзья, также можем выбирать себе язык. Ну что ж, сравните, друзья. Насколько отличается первая версия 0.8.1 от версии 0.17.0. Как вы понимаете, заходить дальше толку уже нет, потому что все блоки вы знаете, какие нам добавили. И, собственно, делайте свои выводы. За 3 года нам добавили довольно много чего, но многие все же жалуются. Хотя, друзья, если сравнить ПК-версию с, к примеру, 1.0 с 1.9, то, друзья, за 3 года на ПК изменили просто множество всего. Ну а мобильная версия изменяется немного медлее, чем компьютерная. Но все же она изменяется и что-то в ней добавляется. Успеха ей, конечно, и развития. Ну а на этом, друзья, все. С вами был Стив Про. Не забудьте поставить лайки, а также подписаться на канал. До скорых встреч!